Сообщение о возгорании на пункт МЧС на улице Кавказской поступило около 9:30 утра. Сразу же на место выехало 6 пожарных расчетов и около 20 человек личного состава. По сообщению очевидцев, пожар удалось потушить в считанные минуты. Горела комната на 5-м этаже общежития. Мужчина, проживающий в этой квартире, сам же и вызвал пожарных, но сам почему-то сбежал. Как говорят соседи, человек он неблагополучный и часто находится в состоянии алкогольного опьянения. Сам он не пострадал, но медицинская помощь потребовалась его соседке. Пожилую женщину увезли на карете скорой помощи. В результате пожара уничтожена комната на площади 15 квадратных метров. Пострадала женщина, госпитализирована, получила травмы. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений произведена эвакуация жителей самостоятельно. На данный момент пожар ликвидировали. Сейчас в причинах происшествия будут разбираться специалисты.